Prezident İlham Əliyev martın 3-də Rusiya Federasiyasının Rostov vilayətinin qubernatoru Vasili Qolubevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Добро пожаловать. Очень видеть вас. Верю, что визит будет продуктивным и приятным, что нас связывают давние узы. И рад, что сегодня вы нас посещаете. Конечно, повестка дня вашего пребывания достаточно обширна. Сколько я знаю, много встреч. Но думаю, все они будут очень конструктивны. И по результатам мы наметим пути дальнейшего сотрудничества, потому что большой потенциал есть. И в сфере увеличения товарооборота, и в сфере осуществления инвестиционных проектов, культурных проектов. Мы, в общем-то, соседи, живем практически в одном регионе, поэтому, конечно, и что касается сельскохозяйственных направлений, они, в общем-то, схожи. Поэтому много направлений есть по кооперации. Также, как вы знаете, мы активно используем вашу сельскохозяйственную технику, и наши фермеры довольны. Так что широкий объем работы, широкая повестка дня. Надеюсь, что визит будет очень результативным. Еще раз добро пожаловать. Спасибо, Александр Игнатьевич. Во-первых, благодарны за теплый прием. Мы уже начали работать, и уже немало контактов состоялось. Представители бизнеса Донского работают, и я знаю, что это очень конкретные проекты в интересах обеих сторон. Это и наши машиностроители, как вы сказали, это и компания Waterfall Pro, это компания, которая производит полимеры, и сырье она получает отсюда, потенциал большой, около 60 тысяч тонн продукции. Я надеюсь, что договоренности, которые сегодня есть, реально реализуются. Они практически начали реализовываться. Ростовская область – такой диверсифицированный регион. Последние годы у нас неплохая динамика развития промышленного сектора, агропромышленного сектора. У нас прекрасная возможность для развития туристического потенциала. Сегодня несколько компаний готовы подписать, завтра состоится соглашение о развитии отношений. Отдельно я бы отметил тему гуманитарного сотрудничества. Наши вузы и сегодня имеют договора о сотрудничестве. Я знаю, что это реализовано в конкретных отношениях нашего Донского государственного технического университета, Южного федерального университета и ряда других. И, что приятно, эти партнерские отношения имеют давние. Ростов vilayətinin qubernatoru Vasili Qolubev prezident İlham Əliyevə videoyazı olan xatirə albomunu təqdim etdi. Video albom 1980-ci ildə o vaxt Azərbaycana rəhbərlik edən Ulu Öndər Heydər Əliyevin Ростов vilayətinə səfərlərinə həsr olunub. Səfər zamanı Ulu Öndər Böyük Vətən müharibəsi illərində misilsiz şücaət göstərmiş, Azərbaycan əskərlərinin qəhrəmanlığına həsr edilən və Ростов vilayətinin azad olunmasının rəmzi olan Sambek yüksəklikləri xatirə abidəsinin açılışında iştirak edib. O zaman Alman faşistləri ilə döyüşlərdə böyük hünərlə vuruşan həmvətənlərimizdən ibarət 130-cu və 416-cı atıcı diviziyalar Taganrog fəxri adına layiq görülmüşdü. Я очень благодарен за напоминание о нашей общей истории и, конечно, то, что 40 лет назад Хейдар Алиевич Алиев в Ростовской области принимал участие в открытии этого мемориала. Эта история для нас очень дорога. И спасибо за то, что вы храните эту память, спасибо вам за такой трогательный видеоролик. И, конечно, в этом году будет большое празднование нашей общей победы. И в Азербайджане ветераны Великой Отечественной войны со стороны государства поддерживаются и морально, и материально. И мы всегда помним их героический подвиг. И в этом году я обычно 9 мая провожу в Баку вместе с ветеранами, но я получил приглашение Владимира Владимировича Путина. И в этом году, 9 мая, планирую быть в Москве. И также хочу сказать, что офицеры азербайджанской армии будут маршировать по Красной площади в знак нашей общей победы. И также хотел бы, пользуясь случаем, сказать, что и у России, и у Азербайджана полностью идентичная позиция
по этому вопросу. Мы также решительно боремся с попытками извращения правды о Великой Отечественной войне, с попытками переписывания истории и попытками героизации фашизма и фашистов. Поэтому тут наши позиции полностью совпадают, и эти позиции основаны как на исторической правде, на справедливости, так и на том, чтобы и будущие поколения никогда не усомневались в том, кто был агрессором, кто был жертвой агрессии, кто победил и какой ценой достигнута была эта победа. Мы в Азербайджане чтим память всех погибших советских граждан и, конечно же, наших представителей. Половина из тех, кто участвовал в войне, погибли. Это более 300 тысяч. А Азербайджан в годы войны на 90% обеспечивал советскую армию смазочными маслами, на 80% бензином и горючим для танков. Это сыграло важную роль в нашей общей победе. Также на наших заводах производились необходимые вооружения, в том числе знаменитые «Катюши». Так что мы чтим этот день и еще раз хочу выразить благодарность за эту память. Rostov vilayətinin qubernatoru Vasili Qulubevin prezident İlham Əliyevə təqdim etdiyi və ulu öndər Heydər Əliyevin 1980-ci ildə Sambek Yüksəklikləri abidəsinin açılışında iştirak etmək üçün Rostov vilayətinə səfərinə həsr edilmiş video yazını diqqətinizə çatdırırıq. Biz 18 ребят, как много их друзей, хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Под нами мессеры кружили, было видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным огнем, и как бы трудно не бывало, и верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка
на безымянной высоте. Самбикские высоты.